Всем здорова, дорогие друзья, с вами Герман, и мы продолжаем с вами играть в русскую рыбалку. И по многочисленным советам, которые были под видео, всем огромное спасибо, кто там кучу всяких полезностей понасоветовал. Я пока почитал все, конечно, но не решил, куда именно ехать, но думаю, надо все-таки на Амур ехать. Не знаю почему, но все-таки, наверное, туда, там я еще не рыбачил. И попробуем там половить. На Богачева. Вот здесь мне советовали ловить этого черного леща. Не знаю, на куски рыбы. Посмотрим. А также можно на перловку вроде бы. Так, надо звук убрать. А не, он и так убранный. Вот только куда кидать, я точно не знаю. А, стопе. Надо купить батарею. Или я уже ее купил. Нет, не купил. Так, сейчас купим батарею по-быстрому. Так, и уже пойдем туда. Экипировка. Нет, нет, вот она. Так. Думаю, надо штучки 4 купить. И не париться. То, что батарейка что-то очень быстро стала падать. Так, Богачева. На куски рыбы. Давайте первую закинем. Я не знаю, на донку, не на донку. Ну, давайте на донку. Попробуем. У меня мало кусков рыбы, то есть я мало вытащу. Но пытка не пытка, можно попробовать на 18 кусочков что-то достать. Ой, это даже еще не снарядил эту удочку. Еще писали, что Denlow хорошая катушка для данной удочки, для локфиши, но надо с нормальным соотношением ее покупать. Ну, соотношением я имею в виду этот процент. Да, что-то тишина. Итак, я передумал туда. Перешли мы с вами на старый затон. Вот здесь тоже советуют ловить. Посмотрим, что будет. Но пока что не клюет на икру в пол воды. То есть 6-6-1 получается. Ну, пока покидал. Но никаких таких продвижений не вижу. Но надеюсь, что-то будет с этого. По крайней мере, здесь должна ловиться рыба зачетная. Где-то, ну, она немного весит, зато она хорошо денег дает. И снасть она сильно не убивает. Ну, посмотрим. Также знаю, советовали карпов ловить. Но за карпы тоже там писали, что снасти сильно убивает карп. Но я в курсе, что карпы очень сильно снасти бьют. Особенно на начальных уровнях. Это ощущается, когда денег, как у меня сейчас, нету. И, допустим, покупать еще локфиши, я могу себе позволить только два еще локфиша. Но, в принципе, я могу в любой момент пойти половить как бы того же рака. Ну, вы сами понимаете, да, что просто таскать рака – это бред. Ну, мне, допустим, это не нравится. Я когда таскал его, мне, ну, у меня он только ночью хорошо идет. Во все остальное время нет. Он фигово у меня идет. Ну, что-то... Тоже тут клёво у нас нету. Может, я что-то не так делаю? Может, надо свою ямку какую-то поискать? Но тут клёво нет. Ладно, пусть постоит. 14.25. 14 метров. 7. 20. Давайте сделаем. 7. О, что-то клюнуло маленькое. Во, уссурийский, уссурийская касатка. Вот ее говорили ловить. Не понимаю, почему нельзя засушить и сделать наживку. Ну, ладно, пофиг. 14.25, давайте ставим 7 и 2. Ой, 7.12 точнее. 7.12, и попробуем что-нибудь вот здесь поймать. Может, это моя ямка, если уже один раз клюнуло. А может быть и нет, кто его знает. О, во второй, в первой точнее ямке клюет. Но он, наверное, просто еще не разловлено. О, на кусочки порезали. Нормально. От полкило, наверное, да, скольки-то там можно резать на куски до килограмма.
Мне, если мне память не изменяет. О, в первой. Все-таки в первой ямке есть что-то. Что-то клюет. Во второй пока тишина. Будем смотреть сейчас. Вот, уже покрупнее. Но я знаю, что зачетного ловишь, вроде денег хорошо дают. За зачетного. Будем сейчас с вами пробовать поймать. Но это точно не зачетный, он вообще легко тянется. 600 это вообще лошарный экземпляр. На куски его сразу. Поскольку карма дает, давайте глянем. По две. В принципе, тоже неплохо. По две кармы. Штучек 10, уже 20 кармы. Но наша главная цель здесь зачетный. Зачетный вот этот вот касатка это. Не знаю, получится, не получится. Но надо попробовать. Также здесь черного леща советуют ловить. Ночью только. На кусочки рыбы. В принципе, если здесь разловить, и днем он будет хорошо клевать. Ну, вот так вот его резать на кусочки. Плюс черного леща ловить, то можно тут неплохо зарабатывать. Ну, как видите, у меня клев здесь очень грустный. Пока что на данный момент. Не знаю, с чем это связано. Блин, пропустил поклевку. Может, потому что место не разловлено. Я знаю, что тут все надо места разлавливать. Все ямки. Вот, допустим, тут я ловлю, надо эту ямку, допустим, разлавливать, если это моя ямка, если здесь клюет хорошо. Но видите, вторая удочка вообще почему-то мертва стоит, как будто она не в этой яме, хотя она в этой яме стоит. Тут это вот последняя. 12:57, 11. Двадцать 22. Давайте все тогда кинем, только вот тут глубина немножко другая. Сделаем 6-6-22. Ой, вот так 6-2-2. Попробуем. Ну, по крайней мере, те люди, которые советуют, говорят, у них хорошо ловится. У меня что-то пока не ахти. Не ахти. Ну вот люди таскают, гляньте, на 3 кг, на 3 зачетный с двух. Почему-то первое клюет и все. Остальные не хотят. Странно. Надо ехать, наверное, на какой-то другой водоем, потому что что-то с этим я чувствую. Борща не сварю я водоемом. Либо найти свои ямы. Ну, тут у меня, в принципе, ничего так шло. Пусть одна тогда здесь постоит. Вторую вообще убрать, на нее не клюет. Сейчас посмотрим. Вот 13 метров. 15:39. Так, 15 это у нас напополам. Напополам у нас фиг получится. Тишина. Да, грустная какая-то серия выходит, как бы посоветовали здесь ловить, а в итоге тут вообще ничего не ловится. Хотя должны клевать, как знаете, как с пулемета там. Нифига. Грустно, грустно. 13 метров, вот яма есть. Не, ну видно, что люди не прям супер таскают, но вытаскивают рыбу. Да, печаль. Ладно, сейчас секунду. Блин, почитал вообще, не знаю. Большой лещ надо. У нас нету такого.
Большая плотва, большой карась. Нет такой наживки. Ты, блин. Ни хрена не видел, просрал. Короче, это в этот раз глупая серия получается, извините, но что-то вот так вот по советам и, блин, и лови, ни хрена, ничего нормального нету. Черный лещ, но черный лещ я опоздал ловить черного леща. Ночью, может быть, он идет хорошо, ничего не наговариваю на черного леща, но здесь что-то вообще не знаю. То ли ямы не мои, то ли что-то. Ну, по крайней мере, даже в видео, ё-моё, показано, что вот здесь ловить, как бы, подкормка только нужна. Ну, блин, я не знаю. Сейчас куплю подкормку. Посмотрим. Верхоглядов поймал. 2500 опыта. Верхогляд — нормальная тема. Давайте большого леща купим. Что-то. Фиг знает, полтора косаря, два штучки возьмем. Старый затон. Посмотрим. Ну, что-то мне кажется, что нифига. Нифига не получится. Может, просто надо разлавливать. То, что некоторые там говорят, вот разлавливаешь, это намного там круче, чаще клюет. Может быть и правда это. Я вот насчет этого не знаю. Давайте, большой лещ. Так, нам надо... А, во, уже... клюнуло. Вот, что-то после обеда вроде получше пошло. То ли я, мне так кажется. Но вот это, наверное, нормальная рыба. Вот это вот. Может быть, зачет. Да. 404 опыта. Мне сколько надо опыта? Да ну показывай, задолбал. Ого! Короче, 5 миллионов, почти 6 миллионов. Походу. Еще раз. 5 миллионов опыта. Да ну нафиг. Короче, тут мы не подымем, если с таким клевом мы будем, мы не подымем. Ладно, большой лещ давайте. Потом ловим мы на икру. Давайте чеснока. Попробуем, закормим. Я не знаю, поскольку вы хотите, чтобы были серии, просто прошлая серия... Во! Неужели это из-за того, что я закормил? Просто прошлая серия была 20 минут, ну извините, я просто пока все продавал, покупал. Походу реально все дело в подкормке было. Вся беда. Блин, когда так близко удочки, я путаюсь, какую я вытащил, какую нет. Нифига себе. Все, беру свои слова назад. Огромное спасибо парню, который посоветовал. Даже может после обеда только клюет, но клюет зачетно, то есть нормально. Единственная только рыба не столь большая, опыта не круто. Но вроде говорит по деньгам хорошо. Ну, и она плюс еще режется на кусочки рыбы. То есть днем можно здесь таскать, ночью можно идти на черного леща на кусочки рыбы или на перловку ловить. Но черного леща не ловил, поэтому там не знаю. Там может быть яма будет не моя или еще что-то. Ну, поклевка идет. Нормально идет. Так что вы напишите, сколько серий. Сколько будет нормально по времени, чтобы вы не уставали серию смотреть. Там 15-20. Ну, 20 минут, это, мне кажется, чересчур. А вот 15 минут, наверное, самое то. То, что можно посмотреть, то, что нужно. Может, мелких вообще сбрасывать просто. Мелочь всякую. Не ловить ее. Какая-нибудь мелочь клюет, сбрасывать ее. Так. Ну, один, блин, вообще до зачета чуть-чуть не дотягивают. Но ничего, будем разлавливать потихоньку. Вот такую вот фигню можешь сбрасывать. Хотя 80 опыта. Не, ее тоже сбрасывать не надо, потому что ее можно выпустить. Ее можно выпустить, две кармы. Это круто. Две кармы — это хорошо. Надо отовсюду извлекать плюсы. Отовсюду надо... Ой, блин. Извлекать плюс. Карма — это тоже круто. Не, ну вообще, сейчас как с пулемета, ё-моё. Ой, блин, удочки попутал. Ну, так всегда со мной бывает.
Я как растяпа. Вот это классно, отвечаю. Вообще просто. Клёв пошел. Вот я как только закормил. Запомните, вот я вам пишу. Большой лещ и крачи с ног. Вот. Прикормите, если у вас тоже такая же фигня, как у меня. Намного лучше, видели, да? Только закормил, как пошло. Может, под вечер просто так совпало. Но, мне кажется, нет. Эта прикормка сыграла свою роль. Не поскупитесь, 2 косаря стоит. Пфф, оно как бы... Себя оно стоит, вы гляньте. Как клюет рыба. За 2 косаря можно купить. Блин, путаюсь в удочках, твою мать. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Герман. Огромное спасибо, кто советовал. Все комментарии почитал. Очень приятно. Побольше лайков ставьте. Репостите, пожалуйста, ребята, ВКонтакте, в Одноклассники, там, еще в Твиттер. И не забывайте там репостить, чтобы люди видели, чтобы больше было просмотров, ну и подписчиков. Всем за советы огромное спасибо. Как бы даром они не пропадают. Я все читаю, как бы советы, прислушиваюсь. Как бы всем огромное спасибо. И отдельное спасибо тому, кто этот советовал чавычу ловить, ловить черного леща, вот этих косаток, ну не косаток, как, ну короче, вы поняли. И парень, который карпов советовал, тоже огромное спасибо. Не буду, короче, вырезать комментарии, добавлять это долго, у меня времени нет, вы уж извиняете, но огромное спасибо. Все, всем до скорых встреч и пока-пока.